Товарищ председатель комиссии Ермаков Сергей Сергеевич на призывную комиссию прибыл. Сергей Ермаков для комиссии тот призывник, с которым все понятно. Парень учился на водителя военного грузовика, сдал на права, занимается спортом, следит за здоровьем. Направляем в учебный центр сухопутных войск. Также будет еще раз обучаться по специальности военный водитель. Хорошей службы. Спасибо. Поздравляю вас. И вам подарок всем. В дальнейшем Сергей планирует продолжить карьеру военного. Возможно, хочу по контракту также остаться. То есть продолжать военную? Да. Задача комиссии – просчитать все за и против, чтобы в армию отправились жители района, полностью подготовленные к службе. Сегодня задача одна – то есть служить в России, в ряды вооруженных сил России должны идти подготовленные ребята и физически, и психологически, и именно по здоровью проходить. Вот это вот не должны ошибиться, чтобы потом их назад не вернули, не комиссовали. В прошлом году двоих районных призывников комиссовали домой. Уже в части у них проявились психические отклонения. Случаев, когда болезни скрывают, предостаточно, говорит терапевт Елена Потемкина. Чаще всего призывники молчат о своих травмах, о болезнях спины. Я не знаю, лет через пять кто в армию вообще пойдет, потому что хандрозы жуткие. То ли это связано, тоже к отделу образования, наверное, у нас вопросы с их портфелями и так далее. Но остеохондрозов очень много. То есть 18 лет там такие хондрозы, как будто они глубокие старики. Между тем, требования к призывникам из Сибири остаются по-прежнему высокими. Недаром каждую весну и осень лучшие из них отправляются в самый почетный полк России – президентский. Служат там ребята из Искитимского района. Я бы сказал, что сибиряки, они всегда крепкие, ответственные, с желанием. У нас вот самое интересное, что даже для Новосибирской области задание составляет 15 человек. Весенний призыв завершится в середине июля. Разнарядка на район 68 человек, 25 уже получили направление на службу.